прохладненько, да? Здесь мост, короче, вот там... Прибыли на старт. Раскрец. Маршрут. Это я так думал. Пакет. Чип на ногу. Медик. Ну что, я думаю, что совсем скоро мы будем готовы к разминке для того, чтобы подготовиться к этому замечательному побегу по интереснее местности. Обращайте внимание, смотрите вокруг, потому что действительно локация, по которой вы сегодня будете бежать, очень красивая. Это Honey Wine Rhine 2022 года. Это вино, это мед, это бег. Что, как настроение? Настроение боевое. Я смотрю, вы только вдвоем здесь стоите. Весь народ там. Пору молодым. Ну, я встретил конкурента своего. Ты на квартире не бегал, да? Не. Там было жестко. Блин, я был в прошлом году, они бегали все только один круг. А мы как порядочные ребята побежали. То есть, знаешь, ну, образно, женщина, которая там... Понятно. Меня, она уже такая финишировала, а ты такой, в смысле? Такой, ну ладно, побежал дальше. Ты высокий. Он сделал шаги. Ну вот, ты видишь, что тебя огромное. Да я ж не роллы, я же пишу. Если бы мы с тренировку бегали, 97. 85, 68. А, у кого преимущество? Преимущество, да. Он в горочках не будет забиваться сильно. Эй, ну, блин, третье место. Хотелось бы. Так я тоже буду стараться, попробую. Хотелось я бы. Чуть-чуть. Вот тогда ты стараешься, ты, а я тогда за вас отдохну. Друзья, всем привет. У меня такая просьба, кто не подписан на канал, подпишитесь на канал, чтобы вам приходило оповещение о моих видео. Сегодня у нас в Степанвода забег на 8 километров. С хорошим набором высоты, там где-то до 6 километра набор высоты до 100 метров. Потом на 5-6 резкий спуск идет. И на последнем километре снова подъем до 50-70 метров. Посмотрим, какая трасса будет. Примерно уже представляю в голове, что ждет, но встретил нескольких беганов, которые, оказывается, живут здесь. И говорят, что очень довольно сложная горочка в начале. Так что... А, и встретил своего конкурента, с которым бегал на акватеровском забеге. У него вес 68 килограмм.
Так что у него огромное преимущество в горочку бежать. Вот он, кстати, он. Он, кстати, занимается и триатлоном. Ну и по телосложению реально выглядит как триатлонец. Очень легенький, худенький, но функциональный. Давайте. Это на ирландском было. Давайте сюда, ближе подойдите, занимайте все помещение. Быстренько разомнемся, вольем в тело драйв и побежим. Окей? Договорились. Отлично! Дориан Барческо для вас в своей замечательной манере. Кто знает, тот знает. Кто не знает, тот только что видел. Дамы и господа, не забываем про то, что вам нужно подходить не совсем близко сейчас к стартовой площадке. Будем держаться за первой точкой. Первая горочка.
Родины, номер 87. Я третий. Нормально. Первые два места. Было сложно это знать, там профики бегали. Я задал темп, молодцы. Спасибо. Спуск просто жесткий был, это там 3.20, а? И еще да, финишируют спортсмены. Поздравляем вас, добро пожаловать на финиш номер 106 и 59. Не убегайте, пожалуйста, от волонтеров, они готовы вешать вам заслуженную медаль. Вы большие молодцы, 8 километров пройдены. Чуть-чуть больше. Надеемся, что пит-стопы и, конечно же, вино. Больше и больше спортсменов прибывают прямо сейчас. Молодец. Блин, так жаль. Ничего, ничего. И пробегают с улыбками под аркой. Браво, браво. Замечательно. 39 минут тем временем. Нахрен на метражных, честно. Но вторая участница спортивной гонки 8-километровой. Что, живой? 28-й, поздравляю. Еле-еле затащил третье место. Молодец, молодец. Там первые два держались... Молодец. Стабильно 50 метров у него было. Не, Евгений молодец, конечно. Он очень... Вот опять я топанул эту горку, короче, и пульс как поднялся, и ага. Всю дорогу со мной говорит, успокойся, успокойся. Не, очень сложный маршрутик. Вначале горка да. Очень резкая прям. Затяжная, наверное, метров 200. Зато я попробовал все вино. Вино еще успел попробовать? По дороге. А. Причем я подхожу, ребята такие, типа, о, вот типа кто-то, знаешь, подходит и берет вино. Нормально, нормально. Не, первые два места просто задали дикие там. Хоть и отставал от них немного, но это эти немного, это 20-30 секунд как минимум. И то скорость, что у нас была. Вначале очень... Дикая горка, затяжная, наверное, метров 200, она будет посмотреть точно по программе. Ну, вообще, в Страве вышло 8 километров 780 метров. Побежишь, уже 8 километров приближается, и на тебе еще надо 700 метров бежать. Короче, трасса, можно сказать, из одних горок и длинного спуска по щебенке до леса там было, на 6 километре. И там в чем прикол? Когда добежали до леса, там, ну, получается, по тропинке, там начался резкий спуск. И после этого резкого спуска началась неожиданно горка, короче. Ноги просто пьяные. Меня вот так просто, вот так ноги тащились в разные стороны. Я там чуть-чуть притормозил и потом просто в холостую потопил вперед. И за счет этого... Ну, я уже от 4-го, от 5-го места был далеко. То есть я смотрел назад. Уже они были далековато от меня. Держался за первым и вторым. Не мог я их никак догнать, тем более обогнать. Там бежали два топа на одном уровне. И бежали еще и мало того, что и одинаково. То есть и одним темпом. Сейчас с ними сделаю интервью небольшое. Пробежал? Я не знаю, где-то 7-й, наверное. Не, вначале все ломанули с горку. Я тоже. Горочку было сложно. Маринуешь. А что, это реально? Это имбирно-медовый лимонад. О, супер, супер. Сейчас попробуй. Сейчас попробуем. Ну давай, дегустируй. Не, давай я тебе сделаю. Благодарю. Здесь наше новое вино. Полубурел. Здесь все таблицы имбирей. О, классный вкус. Сочетание имбиря, лимончика. И не знаю, ну, может быть, мед там еще. Не в курсе. Здесь
А, вот даже написано. Сироп, свежий лимон и водичка. Бегуны бегают. Время на табло 1:06. Браво, браво. Машины, просто машины. Молодец. Держался за нами, блин. Задали, задали. Третий точно держался. Потом. Вот так дыши. Вот, на тарелочке возьми. Это кап, мерло, нормально. Коллаборация. Так, как тебя зовут? Артур. Артур. Ирина. Очень приятно. Познакомился тоже с YouTube-блогером. Тоже снимают на GoPro. GoPro есть всегда. У них чуть-чуть поновее. Семерка, у меня пятая. У меня пятая. Какое место? Место где-то в топ 10. Мы за кайф. Ага. Мы кайфанули. Чтобы вот взять вот. Молодцы. Бутылочку вина попить и вот плащинчики. Вот. Плащинки, да, по молодости. Давно бегаете? Я бегаю с 18 года. О, я тоже с 18 года начал бегать. Я с 19. 19? Короче, мы, можно сказать, любители. На Кишиневском бегали? Да. Я каждый год бегаю. Ага. В 20-м только не бегал. Ну да, да, да. Вот, а так все остальные с 18 по 22 стабильно бегают. Был марафон и марафон. Так, еще раз. Ирина. Артур. А, Артур, очень приятно. Да. Рад знакомству. Будем ждать награждения. Я обозревает марафон, вот это мероприятие. Ага. Так что это посмотрим. Вы именно делаете длинные влоги, да? Нет, в основном короткие видео по тренировкам, а ага. Когда вот соревнования, то там влог какой-нибудь, типа как проходило мероприятие, все такое. Угу, понял. Рад знакомству. Мы тоже. Подписался уже на их канал. Спасибо. Все, приятного аппетита вам. Спасибо и вам. Опять бухаем, да? Ты сразу бутылку взял, да? Варикун с центром влог. Так, дичи. Дичи на жун с пимени, а? Я ну тебя мажун за кауза, как и майра, он стоп за шасы. Ну требуется мор. Ага. Ну что это бы квадини? Только масса осталась, три не матрицы. Ну, а меня фос полсу дисло динал. И украдки. Да и нам русар не кмему. Мы судил слышать, что все чисто было. Я так сделал, а сейчас момент, когда вообще вроде чисто вот, я как шанс, но он блеск. Да, уж вообще. Вроем, ведь вроем. Его фикс, Саша. Лас вышитка на Романе 6 километры. Да, вот это, а и это... Да, мы сейчас чего, Жень? Короче, он мазюн ждем в урма. Ага. Еще будынцы. Швидко ще разгон я, все. Ну, боято, ні. Я вас ще раз. Блин, ну це мінь скорее буд. Люди посуд. А є ж нам багат мене. Это подводное вино для подводников и для бегунов. Ага. Углеводная загрузка, все по науке. Углеводы и минералы. Это какое? Это 2019. Да. Кабернет Савиньон. Да. Свежак Свежаковский. Бегайте, люди, и да будет с вами здоровье. Для блога вот этого мальчика. Какое вино в кувшинах? А в кувшинах это молодое вино. Тулбурел. Тулбурел. Только-только сбродило. Только-только набирает силы. Вот как молодой мужчина или женщина еще не оформился, но уже такое энергичное.
Это если вы хотите очистить организм перед забегом на ультрамарафоне. С вечера вы пьете стаканчик, и все, и чистота организма обеспечена. Спасибо. И такие дельные советы. Ехать — это жизнь, и тут бурел. Сфи тул бурел. Только успей. Когда-то таким вином грузили подводные лодки. Спасает от радиации, запасайтесь. Очень актуально сейчас. Вот. Савиньо, да? Каберне Савиньо. Каберне Савиньо, 2019. Да. Каберне само по себе терпкое вино. Его разбавляют легким белым савиньоном. Его каберне, правильно произносить? Каберне Савиньо. Каберне. Каберне. Так, передавайте привет. Оп. Привет. Все. Третье место награждают. И много-много-много аплодисментов специально для вас. И первое место категории среди женщин занимает Жалбы Наталья. Величатый ветер Жалбы Наталья, Локал НТ. Вот они, две машины. Мужчины тоже прибежали первыми, и трое из них поднимутся на эту сцену и займут пьедестал, конечно же. И под ваши бурные аплодисменты я зову на эту сцену. Третье место на Хане Иван Ран 2022 года занимает Севченко Николай. Ваши аплодисменты. Николай самостоятельно себя снимает. Поздравляем, Николай! Ваш заслуженный диплом, кубок, ну и, конечно, подарки от партнеров и спонсоров. Аплодисменты Николаю! Второе место занимает Петика Евгений! Аплодисменты Евгению! Поздравляем! Ваш диплом. И второе место, второй номер два. Пьедестал под номером два. Поднимайтесь, пожалуйста. Аплодисменты, пожалуйста, для спортсменов, которые сейчас находятся на пьедестале. Первое место среди мужчин занимает Сергей Бажан. Ваши аплодисменты. Вот они, три героя, которые находятся на пьедестале, которые сегодня пробежали 8-километровый рубеж и были первыми. Хане Иван Ран 2022 года. Конечно же, каждый из них потом, когда спустится со сцены, насладится с вами собственными подарками, собственным выигрышем, выпьет замечательного вина от Land of Basarabia, ну и все это медом, конечно же, подсластят. Аплодисменты, пожалуйста, героям. Организация «Спортер» еще раз напоминает и еще раз доказывает, что спорт может быть и таким. Веселительным, развлекательным, сладким и вкусным. Ну и, конечно же, с несколькими бокалами вина. А почему бы и нет? Прямо сейчас, дамы и господа, хотелось бы объявить о том, что мы готовы начать экскурсии для всех тех, кто находится сегодня в нашем спортивном городке. Прямо за вами вы видите цех, обратите внимание, цех по производству вина. Можно будет пройти туда, и работники Land of Basarabia расскажут и покажут, каким образом производят вино здесь, на этой винодельне. Ну а по правую сторону от сцены, с моей стороны, по левую от вашей, серая открытая дверь. Там также находится целый, я не знаю даже, как сказать, музей вина. Огромные, музей искусства, музей вина, огромные 45-тонные бочки.
О, Гарлот. Гарлот. Это какая? Кабернет, наверное, Кабо. Кабернет 22. Собрались эксперта по вину. Сомелье. Ничего, сомелье кишнёво. Залезу, снимаю тут. Блин, когда еще сюда попадешь? Сам заплатил. Криса, заплатил за удовольствие. Смотри. Прикольненько. У вас романтическая фотосессия. Дома, короче. Темно, прикольно. Будто бутылочки. Вот так. Выходим. Свет туннеля. Паша. О, Паша. Говори на своем родном Баюканском. Паша, здесь так весело, что я не пойду домой. Скажи, мы в Кишиневе будем через час-полтора. Через неделю. Остановите, мы будем через неделю. Что у нас так много солнца? Зачем? Я служу в Кабаеве. Где девочка? Кто-то хорошо пел у нас после соревнований. Да. Воду с вином. Это просто. Водка Буратино, почувствуйте себя дровами, да? Минус один в команде. Машины? Мне.